Наймане назвали победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший пекарь». Всего было 7 участников. Все они работники предприятий хлебопекарной отрасли и организаций общественного питания Ямала. Также в региональном этапе участвовали 3 студента из лабытанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Среди лучших – Шарма Хавитисян. Она трудится в хлебопекарне индивидуального предпринимателя «Хачатурян». Совсем недавно строгое жюри оценивало хлебобулочные произведения Шарма Хавитисян. Конкурсантка представляла каравай, праздничный пирог, авторский угольный хлеб и мелкую выпечку из слоеного теста. Изделия были оформлены с ямальской символикой. Жюри безоговорочно отдало почетное 3-е место вкусных дел мастерицы из нашего города. Быть среди лучших в профессиональном конкурсе – значимое событие в жизни каждого пекаря. Конечно, очень сильно устала, потому что 5 часов пошла домой, спала, и там 11 часов уже должна была на выставку. И быстро вот это прикладывали там формочки, там все, и отвезли туда на подушки, представляете? Чтобы где-то не сломалось, это, потому что этот конкурс. О своей профессии она уже знала с детства. Любила экспериментировать с тестом и выпекать что-то для своей семьи. И вот уже на протяжении 15 лет Шармах вкладывает душу в хлебные изделия, которые доставляются в магазины города и раскупаются лабытанцами. Я люблю больше развиваться, да, больше знать, ну, ни от кого не оставаться. Лучше там. Хочется всегда быть самыми первыми, самыми лучшими и самыми вкусными. У нас самое главное, что нигде добавки нету. Это чисто натуральная продукция. Сосредоточенность, увлеченность и стремление к новым вершинам привели ее к мастерству своего дела. Это неудивительно. Только внимание к мельчайшим деталям может сделать простую булочку произведением искусства. Этого Шарма Хавитисян хватает с избытком. А конкурс доказал – она настоящий эксперт в области вкуса и аромата. Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное».